вы помните этого? Ведь это же просто глупо. Виктор Иванович, а что вы предпочитаете? Оля, ты не видела Антона? Нет, не видела. А ты не видела моего мужа? Да вот же он. Алеша, пойдем танцевать. Ну, посмотри, какая красивая пара. Не знаю. Подумать только, моя маленькая дочка уже взрослая. И замужем. Игорь, смотри, а Антона нет, он же обещал. Ну, о чем ты беспокоишься? Лучше посмотри на свою дочь. Посмотри, какие они с Алешей счастливые, как они хорошо танцуют. Верочка, приглашаю тебя танцевать. А, вот и Антон. Антон, наконец-то. Извините, что я так поздно, Вера Александровна. А это для Оли. А что это такое? Пластинки, концерт Чайковского, Скрябина. Какой чудесный подарок. Я желаю Оле счастья. Простите, но мне надо идти. Как? Уже? Ну, Антон, куда же вы? Простите, но у меня грипп. Вот вам самое лучшее лекарство от гриппа. Игорь, дай сюда рюмку водки. Нет, спасибо. Мне надо идти. До свидания. До свидания. Ну, что он подарил? Пластинки. Бедный. У него грипп. Ничего не бедный. Ага, я так и знал. Что? Да посмотри же на пластинки. Концерт Скрябина... Солист Антон Бессмертный. Я обычно не делаю. Феликс, где вы родились? В Крыму. В Крыму, в маленьком городке и в Паторе. А теперь вы живете в Москве? Да, теперь я живу в Москве. У вас квартира? Квартира, да. У вас большая семья? Три человека. То есть у вас жена, и дочь. И дочь. Как зовут вашу дочь? Дочь зовут Наташа. Сколько ей лет? 4,5 года. Вас зовут Евгения Даниловна, да? Совершенно правильно. А где вы живете, Евгения Даниловна? Живу я в Москве, но сейчас я работаю в Эдинбурге. А что вы делаете в Эдинбурге? Я преподаю русский язык в университете Эдинбурга. А вам нравится Эдинбург? Эдинбург очень красивый город. Мне очень нравится Эдинбург. А вы бывали раньше в Лондоне? В Лондоне я была 2 раза. Какой город вам нравится больше, Эдинбург или Лондон? Эдинбург. Значит, вы эдинбуржец. Да, можно сказать так. Скажите, вы замужем? Замужем. У вас есть дети? Да. Сколько у вас детей? У меня 1 дочь. Как ее зовут? Маришка. Сколько Марина. Мариночка. Марина, да. Она у меня совсем взрослая. Ей уже 23 года. Не может быть. Совершенно правильно. 10 дней тому назад она подарила мне внука. Поздравляю. Спасибо большое. И я очень спешу домой поэтому. К внучке. К внуку. К внуку. Как зовут вашего внука? А мне кажется, что у него еще нет имени. И, наверное, ждут меня, чтобы назвать его. Наверное, они назовут его Женей, Евгением. Кто знает? Вашу честь. Я не знаю.